Ой, я плевали. Всем привет, а вы смотрите Вики Шоу. И сегодня у вас Лизни Челлендж. Я буду проверять, у кого из вас самый длинный язык. Вот это да. О, как я бросил. А мы своими языками должны будем что-то лизать или... Сейчас узнаем. Но у меня язык не такой. Держи. Держи. Мы что, будем гипить этих насекомых? Класс. Я уже... Это что за масочки? Я уже знаю, Вика, что мы с тобой будем делать. Чудольки. Вы будете похожи на хамелеонов. Слава богу, Вик, не своими языками мы будем кушать насекомых. Кушать? Кушать. Лизать. Ну, лизать. А хамелеоны что делают? Они же не лижут насекомых. Они их хватают языком и съедают. Да. Да. Прикольно. Вот это... Ой, вы опять будете смешными на обложке видео. Класс. Так, подождите, тут что, надо завязывать? Тут надо завязать. Вообще похоже на... Вообще похоже на лягушку. Да, похоже. Круто. Вика, примерь. Дай. Вика. Класс. Покажи-ка. Очень серьезно. А, это знаешь, ты еще на кого похожа? На кого? На этих. Черепашки-ниндзя. А, есть немножко, да? Да. Так, я понимаю, что это... Мама вставила язык? Да. Вика, давай карточки доставай. Нет, ты его должна, мне кажется, перевернуть. Язык. Почему? Вниз он должен наверх смотреть. Так, одевайте свои масочки. Очень, очень, очень странные приспособления. С языками. Так? Ну как? Вы опять очень красиво выглядите. Покажите. А что это у меня? А? Ну, и вы этими языками должны сбивать фишки, да? Угу. Что-то у тебя язык. Ну-ка, еще раз попробуй. Ты не можешь управлять языком? А почему? Не пойму. Не знаю, что-то у тебя там... Вика, ты попробуй. Ну-ка, я еще раз. Это большая проблема. Как я буду сбивать насекомых? Ну, сейчас попробуем, может быть. У меня же прямо дует. Ну-ка. У Вики тоже. У вас язык вообще неконтролируемый. А как теперь быть? Сейчас проверим, расставить фишки, а потом будем тренироваться. Смотрите, здесь есть разные насекомые. Вик, давай, называй, кто здесь есть? Так, Вик. Насекомые. И вы должны Какие-то... ловить и есть насекомых. Да, мы их будем кушать. Вик, готова? Уронил, папа, поднимай. Вик. Да, упала. Ой. Вик, ты готова кушать насекомых? Я готова, но не могу, мой язык. А это еще даже лучше, это усложнит задачу и будет достаточно весело. Наша еда готова, и сейчас нам папа будет доставать карточки и говорить, какой номер нам съесть, то есть какое насекомое станет нашей жертвой. Да, вот примерно так. И еще момент. А забирает карточку тот, на чью сторону упадет как, насекомое. То есть Вика выбирает себе зеленый цвет, я выбираю красный цвет. То есть если карточка упала вот так, забираю я. Если вот так, то забирает Вика. Вроде все понятно? Угу. Подождите, то есть если сверху будет красная фишка, то забирает? Да, я. Мой цвет красный. То Вика. Вика, готова? Я все понял. Так, я надеваю. Сейчас очень сложно будет разговаривать в этом приспособлении. Ага. Как респиратор. Как смотрите, как тут. Вот. Да, вот так там. Вот такой свисток. Я готова. Вика, раньше времени. Ну что, давай. Так, я перемешиваю. Смотрите, карточки. Да, и карточки здесь расположены в разнобой. Мы должны быстренько найти нужную карту и... Как с получается? Номером, да? Сбить ее с ног. Да? Папа будет говорить цифру? Да. Готова? Ага. Я буду показывать зрителям и говорить цифру. Вот с этой стороны все зеленые фишки, с этой стороны все красные. Все, все. Так, давай. Все, я перемешал карточки. Ага. Ага. Все готовы? Ага. И первый номер... 4! Смотрим. Нет, он красный! Пол считается? Или, пол... или переиграем? Они улетают. Они, наверное, все на пол, да? Ну, давай попробуем переиграть. Давай. Ура. Непонятно. Поставьте, пожалуйста, лайк.
лайк, когда вы ставите лайк, у меня все получается. А мне, тоже нужен лайк, пожалуйста, мне тоже поставьте. Это точно. Давай, мы готовы. Так. Не держится. Все, готовы? Закрепили свои маски. Ой, ну и прическа, мама. Давай. И это номер 8. Ну, вообще-то он упал вот сюда. Покажите-ка. Красная. Красная? Нет, давайте, кто первый, тому засчитываются 8 баллов. Хорошо. У меня вот такой вот некрасивый толстый жук. Зато, наверное, очень вкусный. А у вас они не по порядку же, да? Надо искать. О, это круто. И это номер... Номер 3. Ну, кажется, я. Да, вроде бы я забираю. Я промахнулась. Я только чуть-чуть задела, а мама потом сама задела. И следующий номер это... Попрыгали карточки. Давай. Это... Сейчас зрителю покажу. Ну... 4! Пока Вика собиралась, я это сделала очень аккуратно. Ура! Дайте карточку. 4 балла. Вика, зато у тебя 8. Готовы? Да. И это номер... Номер 4. На, 4 выиграл. Ну давай же. Номер 8. А 8 уже было? Ну что за шутки? Номер 10. На! Большая цифра. У Вики очень хорошая реакция. А у тебя только 7. И следующий номер, 6. Вика такая меткая. Вика как настоящий хамелеон. Они тоже это делают очень быстро, резко, да, резким движением. Щелк и все. Все. Потому что я люблю животных, особенно хамелеон. Ты сейчас объешься, потом как будешь кушать, а? Остается совсем немножко. Следующий номер остался совсем чуть-чуть. У нас будет 5. Второй раунд. Надо запомнить просто, где что. Нет, не будет никаких вторых раундов. Давай. И следующий номер... 7. Я была первая, Дай мне семерочку. Тебе семерка. Есть. У кого больше число? А потом посчитаем. Это мы в конце игры посчитаем. Давай следующее. Остается совсем чуть-чуть. 1, 2, 3, 4. Здесь реально все на скорость. 4 мошки. Скорость и реакция, давай. Скорость и реакция, но. И следующий номер, 2. Мама, молодец. Ура! Следующий номер, какие там остались цифры? 5, 1, 9. Одна есть большая цифра. Мне она нужна, иначе я продую. Давай. Да. Так. Следующий номер, Приготовились? Угу. Это номер 1. Да! А я не заметил. А я тоже. Я тоже. Повторка. Нам нужна повторка. А потом посчитаем, да? То есть, да, вот эта цифра 1, она будет под вопросом. А как считать, кто первый коснулся фишки языком? Конечно, да, спорный момент. Точно, это значит спорная. Один спорный. Следующая цифра. Осталось 2 карточки. Я вот так вот сверху сейчас буду вас снимать. Угу. Следующая цифра. Кто? Я тоже не видел. Вик. Ну это я видела. Точно? Мне показалось, мама. Точно. Я не могу ничего сказать. Давайте просмотрим. Давайте опять, пусть лежит там. И все понимают, что это за цифра осталась. Давай. Как мы ее сейчас разыграем? Не знаю, как вы ее разыграете. Насчет 3. Давай, следующая цифра 4. Фальстарт это называется. 1, 2. Еще раз. 1, 2, 3. Вика! Да, Вика раньше. Ты уверен? Уверен. Вика, у тебя, смотри, 10, 9, 8, 6. Это будет 19 плюс 8, 27, 27 плюс 6, 33. Сколько у тебя?
эти карточки уже не имеют значения. Гораздо-гораздо меньше. 3, 7, 10, 14, 16. Почти в два раза меньше. Даже если эта цифра будет моей, я продула. Вика, я тебя поздравляю. У тебя самый длинный, самый длинный язык. Самый резкий, самый шустрый. Всем пока-пока, до встречи в новом видео. Ой, я приливали. Мы поймали всех подписчиков. Палец вверх, лайк, подписка. Вау, лишь о просмотрах мысли. Знай, успех не приходит быстро. Делай все, чтоб мечте стать близко.